возбуждаешься от размеров членов? Не насосала, а подарили. Какой он на вкус? Порно это не твое. Да. Девушкам нравится, когда лижут соски. Сереж, снимай. Сереж, сними. Сереж. Сними интервью. Мужики, основной канал был удален, прямые трансляции проходят на трех каналах, ссылочка на телегу в описании. Это сердце от трех каналов. Ребята, залетите, я туда первыми скидываю трансляции со всех каналов. И подпишитесь на канал, 93% смотрит без подписки. Подписывайтесь на этот канал, нажимайте на колокольчик, ссылочка на телегу в описании. Там все самое главное, и там, ребята, титьки. Ссылочка в описании. Приятного просмотра. Хорошо. Привет. Как тебя зовут? Алина. Тебя? Алина? Приятно, меня Серега зовут. Если любовник подарил шубу, что сказать мужу? Не насосала, а подарили. Тебе дарили шубу? Нет. Что нужно сделать парню при встрече, чтобы понравиться девушке? Веселить ее, смешить, удивлять. Рассказывать анекдоты? Да, именно так. А если пошлые анекдоты? Ничего страшного. Пойдет? Да. Лишь бы веселые? Лишь бы веселые, да. Слушай, а в интимном плане что делать девушке, чтобы... Тоже веселить, смешить и радовать. Смеялась во время секса? Конечно, и не раз. И как это выглядело? Он тебе анекдоты рассказывал? Не только. Что важнее, заниматься спортом или уметь общаться парню? Наверное, нужно найти какой-то баланс между спортом и общением. А ты вот чем больше увлекаешься? Ты спортивная или больше общаться любишь? А ты не видишь по моей идеальной фигуре? Я люблю и общаться, и спортом заниматься, и дома посидеть, книжку почитать, и, не знаю, от как активный образ жизни, так и пассивный оба приветствую. Какую последнюю книжку читала? Достоевский, братья Карамазовы. Каблуки или кеды? Кеды. Красная или кружевная? Красное или что? Кружевное. Кружевное. С пузиком или дрыщ? С пузиком. Высокий или низкий? Высокий. Романтик или приключение? Приключение. Какой он на вкус? Соленый. Как понять парню, что девушка тебя хочет? По ее глазам. Блестят, не блестят. У тебя блестят глаза? Не знаю, ты решай. У тебя блестят глаза постоянно? Постоянно, на всех. А что вот тебя привлекает? Вот ходят парни по улице, на что ты обращаешь внимание, на что засматриваешься? Сматриваюсь, не знаю, на какую-то харизму, какую-то атмосферу, энергетику. А на внешние качества? Внешние качества... Ну знаешь, как парни пялятся на попы, на сиси? Вот на что пялятся девушки? Ну, не дрыщ, как до этого был вопрос. Спортивный, какой-то здоровый. Это все в совокупности. Танцевать с парнями в клубе – это измена? Смотря как танцевать, да. Ну, как я танцую, то да. Это грязно, или как это называется? Грязные танцы? Грязные танцы, да. Нюансы, да. А вот возбуждаешься от размеров членов? От размера возбуждаешься? От размера? От маленького размера? Нет, не возбуждаюсь. От большого? От большого? Ну, неправильно, от стояка. От стояка, ну да, да. Готовишь ты на кухне, он подходит сзади к тебе и у него стоит. Это тебя возбуждает? Да, конечно. А лучше, вот... чем так, чем никак. Хорошо, парень с девушкой живут 3-4 года в отношениях. Да, вот что сделать парню, чтобы возбудить девушку? Спасибо большое. Ой, не знаю. Не говоря ни слова. Ударить ее, наверное. По темечку. Ты да. Пока тепленькая. Она так офигеет. Так уже в отношениях, уже что там. А вот было у тебя, что он был настолько маленький, что вообще, ну, ты его бросила? Да. Это сколько было по размерам? Примерно. 5. Вот так? И что, никак вообще? Может, парень был, человек хороший? Ну, не знаю, наверное, там... Да, наверное, очень хороший человек. Хорошо, а давай вот... Если у парня, ну, может, вдруг у нас такой зритель смотрит, у которого 5 сантиметров, вот что ему делать? Ничего, нужно реализовывать себя в других сферах. Постельни его. Порно это не твое. Да. Чувак, извиняй. Девушкам нравится, когда лижут соски? Мне нет. Не нравится? А что тебе нравится? Ну, наверное, другие вещи. Поцелуй в шею. Поцелуй в шею, да. Что еще? За волосы берут тебя? Конечно, страстно. Да. Бьют по лицу? Душат. Душат? Да. А бьют по лицу? Да, тоже. Членом? Именно так, моя любимая.
где он? А как вот различить, когда надо девушкой правда по лицу ударить, а когда это, ну, уже грань? Перебор? Да-да-да. Не знаю, зависит от девушки. Если девушке это не в кайф, то ей, наверное, в любой ситуации не очень понравится. Или как? Или вот, вот так. Рукой нельзя бить девушку, а вот членом можно. Это какие-то регламенты, которые должна устанавливать сама пара. Это все очень индивидуально. Подписывать это коммерческое предложение? Именно так, ребята. Договор купли-продажи? Именно так. Вы подписывали? Ну, ты, нет, вообще, ну... ты в отношениях вообще? Нет. Не в отношениях? Mm-mm. Как так сложилось? Красивая девушка, я стройная. Ну да. Давай найдем тебе парня. Вот давай, хорошо. Каким парням тебе писать? Вот какого хочешь? Давай, выбирай любого. Я же сказала, веселый, классный. Не 5 сантиметров? Не 5. Свыше скольки 5 сантиметров плюс. У него? 5 плюс? Да. А если 6? Отлично. Пишите. Пойдет, да? Ребята, я вот что. Напишите в Инстаграм, ссылку оставлю на Инстаграм девушке. Напишите, куда тебя приглашать. А, пожалуйста, не нужны. Куда тебя приглашать на свидание? Вот в парк. В парк? Да, будем давать вместе интервью. Расскажи историю. Иногда бывает, что парень не очень нравится, а после хорошего секса вот и нравится. Прям бросаешь ты парня? Нет, наоборот, что парень вроде как кажется, что не очень нравится, а после секса хорошего влюбляешься. А-а-а. Сразу голову теряешь. Так я вот такое слышал, что девушка влюбляется в парня только после секса. Ну, то есть как заполучить сердце девушки? Только секс. До секса девушка не воспринимает парня. Или наоборот, парень очень нравится, а потом плохой секс, и все. Что-то уже как будто... Были оргии? Нет. Не хотелось? Не знаю, не довелось. Нет, не хотелось. А вот, хорошо, что ты хочешь попробовать такое развратное, но тебя прям вот боишься переступить эту черту, но прям хочется? Все, что хотела, все сбылось. Что это было? Оставлю тем, кто напишет. Ладно, парни, поставьте плюс в комментариях, если вам понравилась девушка. Пишите ваши вопросы для следующих выпусков. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать прямые трансляции. И там лайк, дизлайк, если вам понравилось, интервью не понравилось. Хорошо. Это справедливо. А тебе вот серьезный вопрос. Собираюсь посмотреть фильм с хорошей девушкой. Посоветуй мне девушку. Посоветуй девушку? Да. Веселая, легкая, не банальная и... Как ты? Я не знаю, как я, не я, но с хорошим чувством юмора, смешная, улыбчивая и с хорошим настроением. Как тебе живется в Москве вообще? Отлично, я очень сильно люблю Москву, мой любимый город. Чем занимаешься по жизни? Я архитектор. Что хочешь пожелать зрителям? Всем пока, всего хорошего. Муа.